Всем добрый день. Мы с вами по-прежнему в Ладыжском. Погодка сегодня, как видите, далеко не солнечная, но достаточно теплая. Скажу вам по секрету, хотя Александр уже написал в комментариях, что с утреца он видел цифру 20 на термометре. Мне не довелось, если честно, увидеть такую цифру. У меня автомобиль максимум показывал плюс 17 градусов. Но тем не менее, достаточно тепло и хорошо. Ну, пасмурно, опять же, повторюсь я. Хотелось бы уже солнышко. Окончательно и бесповоротно. Еще вчера у меня была такая вот надежда, что оно не уйдет уже от нас никуда, но тем не менее все меняется. Купающихся нет. Тепло. Кстати, тепло-то в центре, а вот здесь вот на берегу моря очень даже неплохой ветерок. Не знаю, слышно вам его или нет, все-таки ветрозащита надета на камеру сейчас и защищает его как может, во всяком случае. Но ветер есть. Одинокие прохожие гуляют по пляжу, кто-то снимает море, ну, наверное, такой же, как и я, кто-то просто вот бродит по набережной. Скажу вам откровенно, состояние какое-то сонное. Вот хотелось бы солнышко. Солнышко, солнышко нам не хватает. Тепло уже есть, а солнышка нет. Я так, наверное, думаю, что если я 10 раз повторю, что солнышко не хватает, оно придет. Да придет оно в любом случае, но несколько попозже, судя по всему. Оба-на. Вышел из-за угла такой. Ну что, маленький финт ушами по набережной. И потопаем уже домой. Загружать вам, как говорится, эти ролики. Все по одной цене. Работает. Вот если бы они продавали все по одной цене, и сахар, допустим, по 30 рублей 20, было бы хорошо. А так, все, что в магазине, все по 30. Руками не трогать, гласит надпись. Ну, а я заканчиваю этот маленький дневной обед. А улицу Ушакова вы увидите. Но это будет уже не сегодня, а в другой денек. Всем пока.